Очередной этап 27-х международных рождественских образовательных чтений проходит во всех регионах России. В Крыму на пленарном заседании чтений духовное и светское руководство республики, педагоги, студенты, семинаристы, школьники, журналисты и социологи говорили о свободе и ответственности молодых людей в контексте современных вызовов. Так же и как прежде, имеет непроходящее значение, так как воспитание молодежи – одно из первостепенных задач, стоящих перед нами. Для молодого поколения обычно поиск себя и своего призвания. И сегодня, как никогда, перед каждой юношей и девушкой открывается широкий выбор жизненных путей. Но будем помнить, что есть не только полезные, но и губительные. Поэтому познание, изначально именно педагог, должен помочь осознать подрастающему поколению, что любой грех – это зло, которое никогда не принесет достойной и мирной жизни. Молодое сердце – это благодатная почва для сеяния. Земля, которая даст обильный плод в свое время. Поэтому только объединив усилия всех – власти, школы, семьи, церкви и учреждений культуры – с помощью Божией мы получим достойных граждан Отечества земного и небесного. Как известно, свобода – свободе рознь. Свобода безумца – это безумие, свобода глупца – это глупость, свобода бандита – это бандитизм. И можно сказать, напротив, свобода праведного человека – творить праведность, свобода любящего человека – творить любовь и дела любви по отношению к своим ближним, свобода честного человека, трудящегося, созидательного человека – созидать жизнь и внутри самого себя, и вокруг самого себя – и в своем отечестве, и в своем ближайшем окружении. Наша свобода в том, что в центре нашей жизни, в центре нашей культуры, в центре нашей цивилизации был, есть и всегда остается Господь наш Иисус Христос. И что бы мы ни делали, мы исходим из Христа. И что бы мы ни предпринимали, мы возвращаемся ко Христу. Решаем мы задачи экономические, образовательные, экономические, в конце концов, геополитические, мы всегда исходим из этой сердцевины и осуществляем свое представление о небе здесь, на земле. Также и возвращаясь к этой сердцевине, пытаясь обрести Царство Небесное, мы помним слова Христа: «Царство Небесное внутри вас есть». В грядущее воскресенье исполнится 40 дней со дня Керченской трагедии. И об этом участники рождественских чтений не смогли не вспомнить. Как такое случилось, что этот ребенок, который был очень нерешительный, который увлекался там, хомячков разводил и так далее, которого лишний раз не вызывали в школе к директору, как он превратился в хладнокровного убийцу? Значит, чего-то не додали ему мы. И если мы хотим, чтобы эта жизнь продолжалась и дальше, то мы должны понимать, что то, что мы называем завтрашним днем, созидается уже сегодня. Оно созидалось вчера, 2000 лет назад, с момента пришествия Христа. Но то, каким оно будет очень скоро, гадать долго не нужно. Можно внимательно проанализировать и посмотреть, что происходит с нами сейчас. Как мы готовы реагировать на те или иные испытания, вызовы, которые готовит нам современная цивилизация. Те испытания, которые встречает в жизни каждый человек. Как известно, свободы нет в начале, она приходит под конец. Ее нет в корнях. Она появляется как цветы и плоды человеческой природы. Лучше сказать, человеческой добродетели. Мы тем свободнее, чем мы лучше. А если эту мысль соединять с евангельским откровением, мы знаем, что познав истину, мы делаемся свободными.
Некогда Пилат сказал, что есть истина, и обращался ко Христу. Но мы, уже не обращаясь к Христу, а исходя из Христа, говорим, вот есть истина, совершенный Бог и совершенный человек. В рамках региональных рождественских чтений в Ялте прошел съезд православной молодежи Крыма. Делегаты из всех благочиний Симферопольской и Крымской епархии обсудили возможность совмещения успешной карьеры и семейной жизни. Нашей молодежи, у кого есть идеи и проекты, помочь им в их реализации на территории Симферопольской и Крымской епархии, о своих благочиниях при храмах, чтобы лидеры молодежных движений могли помочь священнику на приходе, организовать молодежную деятельность. И сам, чем само молодежное вот тут, служение, сама молодежная организация – это мостик между не церковной молодежью, и чтобы молодежь заинтересовать, чтобы переступить порог церкви. Не будет уже создаваться каких-то иллюзий, мифов о том, что церковь – это что-то устаревшее. Церковь – это всегда единство со Христом, а то, что мы живем в современном мире, и то, что есть вызовы, мы должны понимать это и понимать, как выстраивать свои ценностные ориентиры. Почти 100 молодых православных крымчан говорили и слушали, жарко спорили и делились личным опытом. Карьера и православие – две вещи совместные. Очень совместимо, потому что в основном есть достаточно распространенный стереотип, что если православный, то должен быть очень тихим, смиренным и нигде себя не показывать, только вот в определенных сферах жизни. То есть если женщина, то зачастую это дома, и не развиваться как-то. Но стереотипы эти уже давно устарели, потому что в наше время все больше и больше мы развиваемся, мы двигаемся дальше, и именно вот эта возможность, то есть даже данный форум, он позволяет показать, насколько православный человек может быть разносторонним, может быть развитым, и что православие, оно только помогает добиваться новых успехов, приносить еще больше пользы и людям, которые находятся вокруг, и само государству, и миру, который, вот, в котором мы живем. А карьера и православная семья тоже возможны? Многие из здесь присутствующих людей, они уже создали свои семьи, у кого-то маленькие дети, кто-то еще вот должен приехать с маленьким ребенком, кто-то строит карьеру, планирует строить, но также хотелось бы и семью полноценную, и также будет подниматься вопрос о том, что такое многодетная семья, как с этим справиться, и не наказание ли это, и ну, насколько это хорошо. Да, это очень важно. Нужно себя реализовывать. Карьера, она же может быть ну, не только там, в плане работы, именно в плане достижения денег. Это может быть карьера, как для девушки, там какая-то волонтерская деятельность, общественная деятельность. В любом случае, это карьера, это важно. Некоторые люди, которые молодые люди, которые только еще делают первые шаги в православии, но услышав о том, что вот такой интересный форум, что молодежь, семья и карьера, как сочетать одно с другим, многие даже регистрировались самостоятельно и указывали в заявке, что я не участвовала еще ни в каких молодежных движениях, но это мне настолько понравилось, что я хочу приехать сюда самостоятельно. Поэтому здесь как делегаты, представители активной молодежи, православной молодежи Крыма, так и самостоятельные участники, которые хотят развиваться дальше и реализовывать свои проекты, уже совместимы со своей верой. В Таврической духовной семинарии в рамках образовательных чтений прошел круглый стол. Профессорско-преподавательский состав и студенты Крымского федерального университета имени Владимира Вернадского, семинаристы и духовенство определили круг духовно-нравственных ценностей в системе образования. Министерство образования Крыма активно поддерживает просветительскую деятельность Симферопольской и Крымской епархии, сотрудничает с благочиниями и принимает непосредственное участие в региональном международном форуме образовательных рождественских чтений. Нам надо находить общие точки соприкосновения между светским образованием, духовным образованием, между светскими духовными нравственными ценностями и религиозными ценностями. Вот, потому что решить проблемы духовности и нравственности в школе, в университете, в системе дополнительного образования можно только сообща. Духовно-нравственные ценности – это тот стержень, который позволяет образовательному процессу достигать своего главного результата – подготовку не просто высококлассных специалистов, а граждан своей страны, социально ответственных граждан, которые будут нести в мир добро,
которые будут нести в мир высокие идеалы патриотизма, гражданственности, служения своему Отечеству. И как раз архиепископ Таврический Симферопольский Гурий Карпов, десятилетие которого, прославление его, мы вспоминаем в этом году, он является образец высочайшей гражданственности. Это ведь не просто церковный деятель, это еще выдающийся дипломат, который достиг огромных успехов в Китае, находясь 20 лет, и добился колоссальных изменений геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Мы намерены внести несколько предложений, касающихся увековечения памяти, в частности, святителя Гурия Крымского, Гурия Карпова, здесь у нас в Симферополе. Предложение об издании трудов Таврической духовной семинарии и еще ряд предложений. Итак, возвращаясь к осмыслению духовно-нравственных ценностей в образовании и пониманию свобод и ответственности у молодых, семейных отношений и карьерного роста, поневоле задумаешься о всех и каждом, и о себе, наверное. Твоя жизнь будет такой, как то, что ты сейчас делаешь, а не такой, как ты думаешь.